Все. Давайте. Так, сейчас, блин. Так, раз, два, три. Я что-то нажимаю на запись, и у меня нажимается кнопка вход в игру. Крыша. Ага, На крыше. да, у меня тоже. Втроем, короче, сейчас будем. Так, Я, ладно. наверное, VIP, как всегда. Так. Есть, топ новая. Кто-то тут нашего убил. Он вниз уже прыгнул или нет? Нифига. Замочил випа. Ну, ты меня замочил. Да. Но я не буду ругаться пока. Не надо ругаться. Я Потом. по-братски. Я вип, не убивайте меня. Что-то я не собран. Бывает. Не могу включиться. Опять ты меня замучил? Да. Ну ничего, ничего, сейчас я соберусь. Слава, блин. Я думал, у меня получится удрать. Там он на крыше видит. Принял, что на крыше. Замочил его. Ну, ребята, князь застрелил. Да, я снизу тебя взял. Блин. Я кое-как выжил. Сейчас какая-нибудь граната через крышу, у меня хана будет. Мы проигрываем, а я на своре, как я стараюсь. Ну, слава, да, молодец. Даже был под очком постоять. Подожди, когда за патроны кончится. Виталик отомстил, да? Да. По долгам. Ого! Где турель стоит, обалдеть. На антенне, что ли? Да. Я тоже любитель туда ставить, хорошая позиция. Да. Я думал, ты поставил. Я штурмом пока. Могу подсказать, где VIP спрятался. Да я знаю, я вижу. Внизу. Я по нему сверху сейчас гранат кидал, но, конечно, мало шансов Не попасть. достанет. Не достанет, да. Я как раз со спины заходил, Эль. Этот меня, сука. Я там из-за него застрял. В окошке. Ага, зеленочка здесь, да? Эх, все, закончили. Тут Проиграл. еще глушитель ядер. Я первый. Да. Мазила не промазал на этот раз.
Ну что, куда? Стройка? Так, чуть потише тебя сделал, Эль, в Дискорде. Так, ну давайте что-нибудь выбирать. Настройку. Ну да. А что, крыша мне нравится? Блин, я все выпил. Ну ладно. А что пил? Кофе. А что, командная битва? Белки впал? Командная почему-то. А мы... Я VIP не выбрал. И я тоже... Я тоже, да, я режим тоже не выбирал. Да, я тоже не забыл. Командная тоже неплохо. Ну да. Пойдет. Сейчас может... Питера вроде не было. Сейчас может даже добавиться побольше народу. Я в VIP выбиваю, просто не нахожу. Блин. Поймал гранату я. Я свою отвратительно кинул. Ох, ты, отомстил. А, ты на мою попал? Я на твою нарвался, да. На твою гранату. Серка, не могу включить опять. Я тебе кинул гранату вслед, увидел тебя. А потом получилось так, что, ну, я ее нажал на бросок. И она у меня не в твою сторону полетела, а в стеночку, блин, и ко мне вернулась. Я вообще думал, что я погибну, но от своей гранаты, а но нет. Мои бойцы будут играть, нет? Сачкуют? Блин, у меня на прицел не перешло. Ну хоть гранатой кого-то взял. Там Макса и собаководы, и они теперь будут в этой игре. Попадает. Ну, тут что-то это... Слабый противник. Ну, читеров зато нет. Ну, так-то да. Ну, хоть душу отвести можно. Я только хотел сказать про душу. Так с читерами ты привыкаешь. Обычные уже не хотят. О! Рядом бежит, а я его не вижу. Думал, свой. Где-то здесь я, по-моему, кого-то сейчас. Так. Эх ты. О. Ты умер, Виталик, нет? Нет, нет, я жив остался, но в тебя, по-моему, на плечко чат попал, да? Ну, меня кто-то убил. Меня мало, но я по нолям зато. Ну да, 7-0 сыграл. Да, 14-6. Я прятался, в Мазилу боялся. Я же Мазилу. Ну да. Чё меня боятся? Чё бояться-то? Собаки всякие бешеные бегают там. Меня никто не боится. Я же все время мажу, да? Да.
чтобы не боялись. Ну я хотел приятное тебе сделать, потому и сказал. Мы все трое в одной команде. Так, если читеров нет, тогда все, до свидания. Да, тут попали, короче, мы на... Нуб-сервер. Да, нуб-сервер. Хорошо. Ничего. Не всегда же с читерами играют. Их трое, и, по-моему, они... Я их уже всех поубивал. Может, поддадимся? Да чё это? Ладно, хоть либо. Поиграть от души. Ну вот я поддался. Молодец. По неволе. Нарвался, короче, я на турель. Я с глушаком сейчас бегаю. Ну хорошо, они ничего не видят. Бомбардировщик включить вам? Да, наверное, будет жестко. Их уже двое всего осталось. Смотри сам. Тут вообще... Меня тут... перевели. Тут меня к нубам перевели. Тут вообще воробушки. Потому что их мало стало, да, игра сбалансировала. От сервера отключили. А да, я вижу, ага, ты прям быстро вылетел. Не судьба тебе за нубов поиграть. Я сюда уже не попал. Не знаю, самодела, ты отключил? Нет. О, Ронан молодец, well done. Я вот такие видео даже не знаю, потом как выкладывать, не выкладывать на YouTube. Ну да. Выкладывай, что ты? Ничего же позорного нету, ты же без щитов. Ну да, но... Ну тут просто... Слишком уж просто все. Ну видишь, когда ты к нубам заходишь, ты просто заставляешь их на читы переходить. Ну, не всех. Я потому что, когда так же был нубом, как они, мне было тяжело, но я не переходил на читы из-за этого. Я тоже. Я вот выложил там десантом сыграл, там выложил с ядром этой быстрой беготни. Ну, так я там перемочил по нулям всех. И думаю, ну, сейчас еще наделал, наверное, читеров несколько. Тут вроде добавились нормальные противники. Нет, меня выбросили. Ты опять зашел, тебя выбросили? Да, да, меня же отсоединили. Сервер. Ну, подожди. Ну, а... Ты еще раз зашел и тебя выбросило, или ты не заходил еще? Я не захожу, я нет? Вряд ли попаду. А. Ну хотя попробуй. Попробуй, да. А, улица. Может, попал. На улице, да. Сейчас попадешь куда-нибудь к зверею. А вы на улице еще? Мы на стройке. Военная стройка, да, перепутал. А, ты хотел сказать на стройке, а сказал на улице, да? А нет, я не к вам. Не к нам? Я буду... Интересно. Подожду. Еще раз попробую. Ух ты, молодец. Могут же, когда захотят. Когда закончите, скажете, я попробую зайти.
О, Закончил. Слава забрал. Да, закончил. Сейчас подожди, пока не спеши. Потому что мы закончили, но пока у нас еще тут. На командную? Да, мы на команд. Да. Да, мы в командной. Скажите, когда начинает. Сейчас 15 секунд, 14, 13. Я быстро кофе пойду налью. Наверное, пора заходить. Стройку выбирает. Команда. Все, зашел, посмотрю. А, да, стройка у меня тоже. Виталик, а ты чё? Нет, я все равно не туда попал. Так. Ух ты! Смотри, он как-то аж выпрыгнул с землей. Ох. Смотри, что-то как-то он это зазрительный. Терри? Вот Нет. свой ТМ. О, к вам попал уже. Терри. Такой как бы старается, но... Ах ты, молодец. Молодец. Второй раз меня убил. Вей. Так, тут я сейчас растерялся, в кого стрелять. Давайте вам, ребятки. Кто у нас тут в тылу? Бр. Британец. А, он меня искал, нашел. Спидгаке. Чистовик на спидгаке. Помешал мне метафор. Да, тут есть читеры. Недолго музыка играла. Я пока не вижу. Недолго фраер танцевал, да? Да-да. Я ядра глушителями проставлю. Да, читеров до хрена. Пока держим. Все. Угу. Держим. А. 2 кило разница.
топор. Есть. Я буршарка забрал. Я ядроглушителями один раз в спину зашел им. Пока он гранату кидает. Виталик обошел меня. На, а. Так, да, у меня... читеров до хрена было. Эта собака там уже всю игру стоит. Да, бывает, зависает в этом месте. Угу. Так, я пока выключу видео, а то на 20 минут получилось. Следующий включу.